Больше него на льду находится лишь Морган Райли, защитник Торонто. Из нападающих своим игровым временем выделяется Мэтт Дюшейн. 18 минут и 20 секунд. Холл. Playing for Team Canada for the first time in his hockey career at the age of 28. Edmonton Oilers goaltender. As Marchand comes in, walks in and shoots. Hudacek makes the save. The rebound just squirted away from Duchesne. As he came busting in. Барусов контратака. Хватит ли сил у Стася с Блэтом убежать в отрыв? Не хватило. Ну и Мюррей надежно действовал. Ответ канадцев. Ферри и бросок. Гол! 2-0. Вот, пожалуйста. Лист, как от сенки отлетел дамба. Мэттисон. Голова вверху. Райнхард. Райнхард выходит на ударную позицию, пытался перехитрить он Мельчакова, но в результате Дмитрий. Hager.